12 серия. В результате происков Антона Сергея арестовывают по подозрению в мошенничестве. Пользуясь правом одного телефонного разговора, Сергей сообщает Никите о похищении сестры и просит его связаться с Каримом. Саша не верит в виновность Сергея и проводит собственное расследование. Антона, на основании заявления Зины, задерживают по подозрению в подготовке убийства Саши. Прижатый к стенке, он идет на сотрудничество со следствием, обещая сдать организатора преступления.